Всем привет, друзья! Хочу с вами поделиться своим опытом игры в такую вот замечательную игру. И честно хочу признаться, что я давно уже не играю никакие игры. То есть я в свое время наигрался, но тут я решил проверить просто свой смартфон Galaxy S9 Plus на производительность. Скачал самую, как говорится, мощную игру. Одну из самых мощных игр на сегодняшний день, дабы проверить телефон на производительность. Кому интересно, в Antutu он набирает 320 тысяч баллов. В принципе, мне казалось, что это достаточно, чтобы играть во все игры. Но оказывается, что вот эта игра, она очень требовательная, действительно. Я в нее играю, телефон ее тянет, но на минималках, так скажем. Я посмотрел в настройках, они по умолчанию на минималках. Но, в принципе, мне этого достаточно. И вот хочу сказать, я на самом деле вчера скачал эту игру и залип в нее просто реально. Играл, ну, практически все, ну, когда было свободное время, да, вчера играл. И меня потрясла эта игра. Игра на самом деле просто роскошная. Я тут дошел уже до какого-то 8-го, что ли, уровня, я так понимаю. В общем, что меня поразило? Управлять, вот я управляю. Это главная героиня, она может летать, у нее есть крылья. Если я сейчас вот так вот сделаю, смотрите, я буду. Так, я могу даже ползать по земле. Ну, по скалам, вернее. Сейчас я поднимусь наверх. Куда-то я не туда полетел, но я полетел, чтобы вам показать, насколько все классно сделано. У каждого есть персонажа свои как бы способности. То есть помимо меча, да, здесь можно делать магию, сражаться. Значит, есть еще у меня вот такой вот другой персонаж. Я могу управлять ими, то есть нажать им кнопки легко, то есть могу переключаться. В этом случае я могу стрелять. У меня такая есть стрела. То есть, да, у каждого есть свои способности. Потом есть еще вот такой вот у меня персонаж. Тоже такая магия у меня пошла. То есть каждый персонаж, как бы, у него есть свои способности. Есть еще вот такой вот чел, он может замораживать. То есть он реально замораживает воду. Тоже мне очень прикольно прикал вот этот чел. Короче, огромный мир просто здесь, огромнейший мир. Вот здесь карта. Значит, вот такой мир. Я так думаю, что эта игра вообще, она мне кажется, что бесконечная. Но если не бесконечная, то здесь еще играть непонятно, когда она закончится. Потому что она мне напоминает чем-то, вот есть такая игра, кто знает, известная, да, для компьютеров, Warcraft, вот. Она наподобие такого. Есть целые миры, надо проходить, собирать, короче, всякие энергии, чтобы повышать уровень, там, всякие плоды, яблоки, в общем, проходить, мочить монстров летающих, тут всякие драконы, всякие, короче, тут, ой, господи, что-то только нет, смотрите, я сполечу. В общем, не прикалываюсь, на самом деле, затем этот персонаж, он может еще и плавать. Правда, можно его тонуть. Тут такая полоска есть, как бы, которая показывает, сколько я могу продержаться в воде, ползать по скалам и летать. Я залез сюда, ну сюда мне, конечно, не надо. Отсюда я вряд ли уже, если пойду туда. Если доплыву, конечно. Если не доплыву, то начну играть заново с того момента, где я, собственно говоря, и начал. Наверное, не доплыву. Не хватит полоски. В общем, что могу сказать про эту игру. Игра мне на самом деле очень понравилась. Своей графикой, своими звуком особенно. Потрясающий звук. И здесь как бы при запуске игры там даже есть надпись такая, что рекомендуется играть в наушниках, то есть в эту игру. То есть, значит,
Смотрите, здесь в кустах вот есть такие плоды. Да, но здесь ничего не нашлось. Эти бочки почему-то они не ломаются. То есть я могу, вот видите, залезать куда угодно. Здесь вот что-то есть, по-моему, какая-то еда. Сейчас посмотрим. Тут, короче, растут грибы и ягоды. То есть это все для нашего как бы энергии. То есть, чтобы мы себе пополняли жизнь и готовили еду всякую. Вот есть такие костры стоят на территории, собственно говоря, к которым мы можем подойти и там приготовить еду. Это нам пополняет наши как бы энергии, ну и как бы продвигает нас на другие уровни. То есть приносит. Конечно, не туда немножко я зашел. Но игра на самом деле просто реально она затягивает своим именно своей как бы вот, прежде всего вот этой огромным миром. То есть, знаете, вот это все там, то что да, вот это все туда, везде я могу ходить, везде забираться, летать, прыгать. Есть порты, телепортации, там есть целый город, вот там и замок. Там живут люди, я с ними могу пообщаться. Вот. Вот есть какая-то наша, вот этот цветок набрал. Собрал цветок. Могу вот сюда зайти. Вот, что-то я уже насобирал. Много чего всякого. Вот. Могу применить, вот видите. У меня сейчас 20 уровень, чтобы не перейти в другую, мне надо вон еще собрать. Вот видите, вон еще требуется собрать. Такая вот штучка. Так, вот мои плоды. Значит, это я пополняю энергией ими. Вот их мне надо собирать. У меня сейчас вот полностью полоска зеленая до конца, собственно говоря. Что-то я еще там нашел. Шишка, наверное. Я уже шишек насобирал этих немерено. Сейчас посмотрим, туда наверх заберемся. Может там кто-то есть, там может помочь. Если я сюда заберусь. Там был обрыв. Сейчас попробуем забраться туда, посмотрим. Куда-то я не туда, конечно, пошел. Но чем эта игра интересна, что здесь можно ходить куда угодно вообще. Шишку еще собрал. В принципе, на карте показано, куда мне идти надо. Вот слева вверху. Что-то еще нажил. Опять шишка. Ну, что-то еще. Мята. Могу сейчас прыгать вот туда, вниз и улететь вон туда, на ту сторону. Если мне хватит энергии, могу долететь прямо туда. Если не хватит, упаду в воду. Еще телефон стерео какой-то.
реально стереозвук, динамику играли. Музыка постоянно меняется, как потрясающая игра. Вот у меня есть такая магия. А, меня заморозили, видите? Опять заморозили меня, видите? Что делаю, ребята? Я могу вот такую штуку сделать. Это реально прикольно, когда тебя взорвёт. Меня опять заморозили. Видели, это было непросто на самом деле. То есть игра такая непростая. Надо постоянно собирать, короче, ягоды и прочее, чтобы потом жизнь себе как бы пополнять, чтобы быть мощнее, покупать себе более дорогой меч, более мощный, как бы наполняться силой. Потому что вот эти вот монстры, они с каждым уровнем все сильнее и сильнее, с ними бороться все тяжелее и тяжелее. В общем, вот такая игра, мое мнение об этой игре, то есть потрясающая игра, интересная. И я буду играть в нее на самом деле. Давно не играл в игры, но вот эта игра меня реально понравилась, затянула. И, в общем, я всем рекомендую поиграть в эту игру. В общем, на этом всем спасибо за внимание, всем пока.